Итак, ребята, Hyundai Genesis. В этом ролике расскажу, как снять передние сиденья. Здесь есть нюансы, кое-какие мелкие, но надо знать. Покажу на примере пассажирского сиденья, потому что мне ремонтировать его. Значит, снимаем подголовник, чтобы не мешал. Для чего подголовник снимается? Для того, чтобы не царапать вот эти пороги. Либо сюда кладете тряпку, либо наклеиваете скотч, как хотите. Я снимаю подголовник. Сняли подголовник. Выводим сиденье в переднее положение. Снимаем задние вот такие пластмассовые заглушечки. Снимаются они методом выталкивания сюда. И эту, соответственно, также выталкиваем ее вперед. Сейчас она похуже, неудобно. Так. Можно вот здесь немножечко ее расшевелить. Она достаточно плотненько сидит. И выталкиваем ее оттуда. Все, сняли. Дальше берем ключик и откручиваем гаечку. Так, когда открутили задние гайки, значит, отдельно покажу потом, как снимается ремень. Обратите внимание на ремень, потому что это одно из самых сложных мест в этом сидении. Дальше снимаем передние. Передние снимаются тоже достаточно легко. Вот так поднимаем, откручиваем, закрываем. Тут поднимаем, откручиваем, закрываем. Вот. И самый тяжелый в этом сиденье — это ремень. Не сразу поймешь здесь, как надо снимать. Вот смотрите, он защелкнут. Для того, чтобы снять сиденье, надо вынуть вот этот ремень. Чтобы вынуть ремень, надо воспользоваться двумя инструментами: отверточка и, ну, какой-то вот я иглой. Значит, вставляем сюда иглу или небольшую отверточку и двигаем вот в этом направлении, вот в этом направлении. Дальше вот в это отверстие вставляем отвертку. Вот, когда вы вставили отвертку, там есть посередине паз. То есть отвертку располагаем в этом направлении и делаем поворот по часовой стрелке на 90 градусов. Поворачиваем. Не с первого раза это получается, там очень маленький пазик. И ремень у вас должен отстрельнуться вверх. Сейчас еще раз. Там он не пазик, а там такая вот, как вам сказать, под отвертку. Вот, видите? То есть я раз пять попытался. Там, сейчас скажу, там вот такая вот небольшая, значит, шайбочка поворотная, и в ней проточен паз. Он углубляется буквально на полмиллиметра. То есть вы не сразу можете провернуть. То есть вот он примерно вот такой толщины, как отверточка. Вот. И вставляете, и, ну, раза с пятого у вас получится повернуть. Поворачиваем по часовой стрелке на 90 градусов, и у вас выстреливается ремень. Вот, это самый большой неприятный момент, ребята. И чтобы потом его замкнуть, этот замочек, вам придется произвести точно такую же операцию. Отодвинуть, повернуть внутри вот этот флажочек, он у вас будет, как когда вы его повернете, он у вас в открытом, как вам сказать, он под пружиной иногда закрывается. То есть вам придется опять его взвести, вставить ремень и отпустить. И тогда замок будет защелкнут. Вот. Дальше отодвигаете сиденье. Болтики я уже все скрутил. И снимаем разъемы. Запомните, в Hyundai аккумулятор отключать не надо. Все движения с разъемами, когда вы отсоединяете переднее сиденье, надо производить с выключенным зажиганием. Иначе у вас выскочит ошибка airbag. То есть проверили, у вас выключено зажигание. Только после этого снимаем разъем. Разъем снимается очень просто. Сейчас я проверю, у меня все выключено. Да, у меня все выключено. Вот, нажимаем. Здесь вот у нас есть рычажочек. Сейчас я его одной рукой, это неудобно делать, ужасно. Сейчас я на него нажму. Вот. Отводим вот этот затвор и вынимаем. Все.
Дальше выносим сиденье и делаем с ним, что хотим. Спасибо за просмотр.